Среди гостей кинофестиваля режиссер Алексей Петрухин, в новом фильме которого «Последнее испытание» снялся знаменитый русский медведь Олег Токтаров. Хочу поклониться Челябинскую земле Челябинска, потому что мой тренер здесь родился, Михаил Виталий Карлович. У предчувствия заслуженный международный статус. В составе жюри и фестивальной программе немало фамилий известных зарубежных режиссеров. Партнером культурного события, значимого для челябинской страны в целом, второй год подряд становится «Конор». Мне очень приятно побывать на таком мероприятии в том аспекте, что наше предприятие является не только промышленным гигантом, но и также приобщает нас к культуре и высокопатриотическим нотам. Гости с удовольствием приняли приглашение на экскурсию в замечательный музей истории индустриального парка «Станкомаш». А затем своими глазами увидели работу предприятий резидентов современного высокотехнологичного производства. Впечатления от такой поездки остаются незабываемые. И я помню, даже написал, сейчас нашел свою запись прошлого года, поражен, вдохновлен, удивлен, ну то есть тем, что просто прошли, и вот эта забота о людях, забота вообще о производстве, как это выглядит все, и даже вот этот зал, который за спиной, это все, конечно, такая забота о людях, и это дорого стоит, это вот мало где. Помимо показов на «Коноре», фильмы из программы международного фестиваля «Предчувствие» можно увидеть в кинотеатре имени Пушкина и в «Знамени». Юлия Алексеева, Егор Голубкин, СТС Челябинск.